С начала этого года на железной дороге в Одинцовском округе погибло 9 человек. Сразу два трагических случая 26 июня и 10 сентября произошли на пешеходном переходе железнодорожной платформы Перхушково. 20 сентября здесь провели межведомственный профилактический рейд, главной задачей которого стало разъяснение жителям необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности поведения на железной дороге. Спешка зачастую приводит к трагедии.